Приветствую вас, друзья! Давненько не было обучения, сейчас мы с вами будем это исправлять. В данном ролике мы научимся с вами идеальной тасовке, которая называется Pharaoh Shuffle. История происхождения этой техники отбрасывает нас с вами на столетия назад и поэтому покрыта пеленой тайны и неизвестности. Кто-то утверждает, что впервые она была описана в 1726 году в одной из шулерских книг, но кто-то считает, что ее вовсе придумали не карточные механики, а математики, о чем свидетельствует огромное количество разной научной математической литературы. Где здесь правда, понять сложновато. Так всегда бывает с интеллектуальными придумками, которые придуманы более сотни или двух сотен лет назад. Если кто-то из вас обладает более детальной информацией об истории происхождения этого движения, пишите это все в комментариях, и, возможно, я ваш комментарий закреплю. Не говоря уже о том, как вам будут благодарны зрители этого канала. Сама тасовка Pharaoh позволяет вам не только делать крутые и эффектные фокусы, о которых мы с вами поговорим немножко позже, но еще и делать очень разные классные флориши и трюки, о которых мы, наверное, с вами поговорим в рамках другого видео. Но для начала нужно научиться делать эту тасовку, чем мы сейчас с вами и займемся. Итак, друзья, давайте для начала разберемся с колодой, которую я буду использовать в этом обучении. Называются эти карты Paper Cuts от компании Out of Play. Дизайн этой невероятной колоды делала женщина, которую зовут Сьюзи Тейлор. Ее изображение где-то здесь есть, вот оно, да, на одной из дополнительных карт. Эти невероятные красоты карты, точнее их дизайн, был вдохновлен таким замечательным искусством, как paper cutting, ну, либо вырезание из бумаги. Это такое японское древнее искусство, которое позволяло делать портреты, когда еще рисовать было нечем. То есть рубашка выглядит вот таким образом. Весь этот рисунок был вырезан изначально на бумаге лично Сьюзи Тейлор. А учитывая тот факт, что все сделанное кропотливым человеческим трудом имеет некую особую ауру, эти карты выглядят просто невероятно. Как со стороны рубашки, так и с лицевых сторон. Я вам покажу, например, кстати, вот джокеры, они, сейчас я вам их покажу, они разные, то есть у этих птичек повернуты головы в разные стороны. И сейчас я вам покажу какую-нибудь карту с картинкой, на примере которой вы поймете, каким образом выполнены все эти карты. То есть тут каждая карта, все дамы, все вольты и все короли полностью разные, и изначально она их вырезала на бумаге, а потом уже дизайн переносился на карты. Выглядит просто невероятно. Рассматривать это можно очень долго. Огромное количество разных мелких деталей и нюансов, которые делают эти карты по-настоящему волшебными и невероятно красивыми. Я как только их увидел, сразу понял, что эта колода уж точно найдет свое место в моей коллекции. О качестве даже и говорить не буду. Это карты от United States Playing Card Company Premium Stock. То есть они очень мягкие, очень скользкие, их очень приятно использовать, держать в своих руках. В общем, как вы понимаете, любые слова здесь будут лишними. Это прекрасная колода. Я считаю, что эта колода одна из самых крутых, которые выходили за последние несколько лет. Если у вас будет возможность, обязательно их приобретите. Вам они понравятся, и вы будете очень довольны своим приобретением. И со всем вышесказанным приступим к обучению. Прежде чем начать, хотел бы напомнить, что я правша. Все левши делайте все то же самое, что и я, только наоборот. Так вам будет удобнее. Изначально лучше всего разложить колоду по порядку, чтобы вам было удобно разделять колоду ровно пополам, то есть чтобы в каждой стопочке было по 26 карт. Следует также отметить еще один важный момент. Его суть заключается в том, что вы можете в процессе тренировки заметить, что у вас с одной стороны карты врезаются намного легче, чем если бы вы, например, перевернули колоду лицом вниз. И тут у вас намного сложнее это получается. Это нормально, потому что степень врезания карты друг в друга, ее легкость, зависит от того, каким образом эти карты были обрезаны на фабрике. Я сейчас говорю именно о картах от United States Playing Cards Company, потому что, как правило, мы используем именно их. Существует два типа обрезки карт. Один традиционный и второй современный. При традиционном способе обрезки карты обрезаются вот в таком положении, то есть когда они находятся лицом вниз и рубашкой вверх. При такой обрезке их очень хорошо стасовывают друг с другом, когда они находятся именно вот в таком положении. То есть для того, чтобы сделать тасовку Pharaoh, вы можете обратить внимание. Скорее всего, ваши карты именно так и обрезаны. Вы можете приложить вот таким образом рубашку к рубашке, и вы увидите, что они у вас очень легко входят друг в друга. Если вы сделаете это наоборот с новыми игральными картами, то есть вот их достали из коробочки и пытаетесь сделать наоборот, то вы увидите, что у вас тут дается это намного сложнее. То есть они входят немножко по-другому.
Это все как раз из-за способа обрезки карт. Потому что современный способ обрезки как раз-таки обрезает карты, когда они находятся вот таким образом, то есть лицом вверх. Потому что лист выкатывается, когда карты находятся лицом вверх. И для того, чтобы традиционно обрезать карты, лист нужно вручную переворачивать. Это, как правило, делает колоду дороже, и компания United States Playing Cards Company старает всех своих заказчиков оттолкнуть от этой опции, чтобы колоды печатались быстрее и компания работала продуктивно. Но тем не менее, практически все иллюзионисты, то есть компании иллюзионные, такие как Illusionist или, например, Теория 11 или вот, например, Art of Play, как правило, печатают свои карты именно традиционно обрезанные, потому что их используют, как правило, либо фокусники, либо карточные шулера. А для нас с вами очень важно, чтобы в процессе использования карты были именно рубашками к зрителю, потому что именно так мы, как правило, и показываем наши фокусы. Точно так же можно сказать и об карточных игроках, потому что они играют с картами, которые находятся и перемешиваются именно лицом вниз, поэтому традиционно обрезанные карты – наш вариант. Но тем не менее, в процессе использования, когда карты немножко износятся, они будут хорошо тасоваться как рубашкой вверх, так и лицом вверх. Просто изначально вы будете испытывать некоторые затруднения, поэтому просто переверните колоду и попробуйте сделать это по-другому. Таким образом, вы себе облегчите задачу в процессе репетиции этого движения. Теперь давайте с вами перейдем к технике исполнения этого движения. Все, что необходимо сделать, прежде всего, это перевести колоду вот в такое положение, то есть в вертикальное, и разделить ее ровно пополам, если речь идет именно об идеальной тасовке фаро. Если речь идет о неидеальной, разделяйте так, как вам удобно, то есть настолько карт, насколько вам нужно. Но в данном случае будем разбирать именно идеальную тасовку. Поскольку я заранее уже разложил карты по порядку, для того, чтобы мне было удобнее вас обучать, я знаю, что мне нужно просто разделить на вот этом короле червовом, и теперь я точно знаю, что тут 26 карт, и здесь 26 карт, и я готов к исполнению этой техники. Со временем вы научитесь это делать и без раскладывания карт по порядку, то есть на глаз. Это чувство придет к вам с опытом. То есть, видите, вот я разделил ровно пополам, без каких бы то ни было подглядываний. То есть, вот так вот раз, делите, и я, например, вижу, что тут немножко карт не хватает, что одну надо отсюда убрать. Вот я убрал, и теперь я точно знаю, что их ровно 26. Смотрите, видите, вот король черви. То есть, это придет к вам с опытом, но для начала, лучше всего для тренировки, разложите карты по порядку, чтобы точно знать, где их разделять. Разделив эту стопочку пополам, кстати, еще не сказал о положении пальцев при разделении. Положение пальцев при исполнении этой тасовки в моем случае вот такое. То есть сверху я держу, видите, большими пальцами, а снизу вот таким образом держу всеми остальными. То есть они мне лежат один через один. Как-то так я научился, и мне таким образом делать удобнее. У вас может быть удобным любое другое положение. Некоторые, например, разделяют колоду вот таким образом. То есть смотрите, вот здесь пальцы левой руки, а тут пальцы правой руки. Кому-то так делать удобнее, и это абсолютно нормально. Самое главное — получать необходимый результат. А результат заключается именно в следующем. Как только вы разделили колоду примерно, точнее не примерно, а точно пополам, вы вот таким вот образом подравниваете карты или вот таким, как вам удобнее, и вы готовы исполнить тасовку фаро. Определившись с тем, с какой стороны вам ее делать комфортнее, с какой стороны она получается лучше, вы начинаете вот таким образом врезать карты друг в друга. Я сначала сделаю это на скорости, а потом разберу более детально. То есть на скорости это выглядит вот так. Немножко не вышло. Сейчас мы сделаем, чтобы она была идеальная. Вот теперь она идеально. То есть вы видите, что карты идеально врезались друг в друга. Теперь давайте с вами разберем более детально технику исполнения этого движения. То есть вы разделили колоду, подровняли карты вот так, чтобы они у вас были ровненькие вот здесь и вот здесь. Указательными пальцами вы, чтобы карты здесь не расходились, таким образом, вы придерживаете вот так, чтобы они плотно прилегали друг к другу вот с этой стороны, и левой рукой указательным пальцем, видите, вот с этой стороны тоже придерживаете. Таким образом, вам будет намного проще сделать эту тасовку. Теперь, когда вы подровняли эти две стопочки, вы готовы ее исполнить. Первое, что вам необходимо сделать, это под углом вот стопку, в моем случае в правой руке, поднести к левой. И ваша изначальная задача — сделать так, чтобы несколько карт вошли друг в друга. Видите, у меня вот какая-то часть карт уже начала врезаться. И теперь, как только вот процесс пошел, то есть первые карты врезались друг в друга, за счет того, что я просто поднес вот таким вот образом под углом правую стопочку к левой и начал вдавливать, видите, первые карты начали уже врезаться. Теперь все, что мне необходимо сделать, это продолжать давить вот эту стопку, которая у меня в правой руке, вперед, а стопку, которая в левой руке, с помощью указательного пальца придерживать на месте. И таким образом, смотрите внимательно, какое волшебство произойдет. Карты начнут вот таким образом врезаться друг в друга.
сделав идеальную тасовку фаро. То есть вот мы берем, разделяем колоду пополам, делаем это ровненько, оп, теперь подровняли, я равняю вот так, можете равнять вот так, как вам удобнее. Указательными пальцами я придерживаю карты, чтобы они плотно прилегали друг к другу, потому что видите, когда они немножко расходятся, уже здесь ровную тасовку сделать будет сложнее. Поэтому я их вот так придерживаю указательными пальцами, чтобы тасовка уж точно наверняка получилась. И я начинаю вдавливать именно под углом, поднося правую стопку, вдавливать вот так первые карты, и как только они начинают входить, я понимаю, что все, я сделал верно. Теперь можно указательный палец переместить вот сюда и вдавить карты до конца. Таким образом, видите, они идеально стасовываются друг с другом. Для кого-то, кстати, удобнее вдавливать не стопку, которая находится в правой руке, а стопку, которая находится в левой. Если вы почувствуете, что вам удобнее именно левую стопочку вдавливать, то делайте это. Опять же, повторяю, что здесь нет какого-то одного единого правила для всех. Но, тем не менее, я это делаю именно правой рукой. Подношу вот таким вот образом ровненькие стопочки друг к другу, вдавливаю первые карты, и пошел вдавливать остальные. Сделать это, скажем так, 100% всегда идеально не очень просто, но тем не менее с тренировками вы научитесь это делать практически 9 раз из 10. В этом движении все зависит не только от вашей техники, но еще и от состояния игральных карт и от их качества. Как только вы эти две половинки перемешали друг с другом, вы их можете просто либо вот таким образом затолкать друг в друга, попрощавшись навсегда с вашим идеальным порядком в колоде. Или, например, сделать это вот таким образом. Так, давайте я сделаю это идеально, раз уж я принялся вас обучать. Оп. Можете, например, просто вот здесь правой рукой обхватить эти карты вот так, сдавить их вот таким образом, как мы это делаем, когда делаем тасовку в резкой в руках. И просто начинаем расслаблять вот здесь хват. Таким образом карты начнут налистываться друг на друга, и произойдет такая эффектная карточная тасовка. Теперь давайте с вами разберемся, что же такое out faro и in faro shuffles. Что я имею в виду под этими странными непонятными названиями? Если речь идет о тасовке out faro shuffle, то смысл там заключается в том, что верхняя карта и нижняя карта в вашей колоде остаются на своих прежних позициях по завершению тасовки. Как правило, именно out faro shuffle и используется в большинстве карточных фокусов. Если быть более точным, то я вам сейчас покажу, каким образом это выглядит. То есть вы разделяете колоду ровненько пополам, по-моему, у меня не очень ровненько получилось, и начинаете перемешивать. Но перемешиваете вы карты таким образом, чтобы верхняя карта, то есть вот здесь, наверное, туз треф, и бубновый туз остались на своих позициях. То есть верхняя карта наверху, а нижняя внизу. Выглядит это примерно вот так. То есть смотрите, вот я начинаю перемешивать, и смотрите, что происходит. То есть у меня туз треф по-прежнему остается наверху, а бубновый туз остается внизу. И теперь, когда я уже подровняю карты, я таким образом исполню out faro shuffle. In faro shuffle – это та же тасовка фаро, только сделана немножко по-другому. Смотрите внимательно, вы точно так же разделяете карты ровненько пополам, то есть вот таким образом, и начинаете их перемешивать, но уже на этот раз вы не удерживаете верхнюю и нижнюю карту на своих прежних позициях, а делаете наоборот. То есть вы, смотрите, сейчас попробую показать вам, чтобы вы поняли. В результате этой тасовки верхняя карта и нижняя перемещаются как бы на вторые позиции сверху и снизу соответственно. То есть вот теперь у меня туз треф находится второй. Видите, вот эта карта налисталась сверху. То же самое и с тузом бубновым. То есть видите, четверка пик находится на нем. Соответственно, он стал уже не нижней картой, а второй снизу. А туз треф второй сверху. И теперь, когда вы подровняете карты, вы получите тасовку in faro. Надеюсь, что я объяснил вам все это понятно. И теперь, когда вы услышите этот термин в обучающем видео, вас это не введет в ступор. Несколько последних мыслей, которые я вам могу дать, завершая это обучение, будут заключаться в том, что я вот наблюдаю за тем, как делают тасовку фаро разные, даже самые топовые иллюзионисты. И все, абсолютно все, делают ее по-разному. Каждый по-разному держит эти стопочки. Кто-то вот так, кто-то вот так. Каждому удобнее по-своему. Поэтому и вы тоже. Не нужно делать именно так, как делаю я. Если так, как я, вам неудобно, делайте по-своему, делайте по-другому, и в очень кратчайший период времени вы научитесь делать эту тасовку без каких бы то ни было проблем. Берете, оп, в начале карты немножко вошли, вдавливаете до конца, и все. Немножко неровно, но
тем не менее. То есть вы разделяете колоду ровно пополам, ваш глаз тоже пристреляется, не волнуйтесь, подравниваете их вот так, подносите к нижней части этой конструкции, начинаете аккуратненько вот так, так чтобы, видите, эта карта не оттопырилась, указательным пальцем ее прижимаете, и тогда все будет хорошо. Оп, и видите, они пошли врезаться. Теперь все, что мне необходимо сделать, это додавить до конца, и они идеально входят друг в друга. А теперь эффектным способом вы берете, стасовываете карты, и все ваши зрители в восторге от такого уровня мастерства. Поздравляю вас, вы познакомились с тасовкой Фаро. Все, что вам осталось, отточить ее и включить в свой репертуар. Как обещал, говорю вам, какие фокусы, как правило, делаются на основе этой тасовки. Есть один очень невероятный крутой трюк, который придумал фокусник, которого зовут Пол Гарднер. Он называется Unshuffled. Очень простой в исполнении, если умеете делать тасовку Фаро, и невероятно эффектный. Рекомендую всем вам уделить этому фокусу внимание. Также еще когда-то давно Эдвард Марл в одном из своих буклетиков, который написал сам, не издавал, по-моему, он называется Faro Controlled Miracles. Он там описал один фокус, который называется Miracle Aces. Я его, конечно, вычитал не в этом буклете, а посмотрел в семинаре, который называется Malone Meets Marlow от Билла Малона. Я не помню, в каком точно там DVD-диске, поищите сами и найдете. Это невероятный фокус с очень эффектным нахождением тузов. С того момента, как он был придуман и по сей день, появилось огромное количество разных вариаций этого фокуса. И, кстати, если мне не изменяет память, он еще есть в DVD-проекте Here I Go Again от того же Билла Малона. В общем, обратите внимание на этот фокус, выучите его однажды, и он останется с вами навсегда и будет непременно удивлять вашего зрителя. Надеюсь, что этой информации вам достаточно. Не забывайте подписываться на мои Instagram и группу ВКонтакте, чтобы оперативно отслеживать все мои новости. Ну а если это видео вам понравилось, нажмите на соответствующую кнопку под роликом. Рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы обязательно увидимся с вами в следующий раз.